Сегодня сотрудники ГИБДД нарушали правила. Правда, делали они это на футбольном паркете. Подробнее в сюжете Евгения Нагаева. На традиционном турнире по мини-футболу в спорткомплексе «Север» гаишники сменили полицейскую форму на спортивную. Соревнования традиционно посвящены сотруднику ГИБДД Александру Морозову, погибшему при исполнении служебного долга. Сегодня уже седьмой турнир, который проводится здесь. Собраны все подразделения, которые оказывают государственные услуги, как по регистрации транспортных средств, так и по экзаменации. 10 команд. В каждой команде по 5 человек. Два тайма по 7 минут. Таков традиционный регламент турнира. По словам организаторов, это самый оптимальный отрезок времени для столь динамичной игры. Он позволяет выявить сильнейшего и не дает потратить все силы, при том, что каждой команде необходимо сыграть по 5 матчей. Нормально, да. Регламент отличный, так что я думаю, что справимся. Полный турнир. Семь тайм, то есть получается практически 15 минут игра. Нормально, любительский спорт. Последние 2 года чемпионами становились команда из межрайонного отдела техосмотра и регистрации ГИБДД №1. В этом году они по-прежнему главные претенденты на медали. К тому же коллектив с каждым годом пополняется свежими игроками. Вливаются, я скажу, даже в нашей команде на сегодняшний день 3 игрока новых, которые с ребята пришли, заинтересовались. Мы занимаемся и спортивные дни у нас по средам, дополнительно занимаемся. То есть, когда есть свободное время, естественно, после рабочего дня. Поэтому активно занимается, вливается. Я думаю, турнир способствует этому. Хоть участники и утверждают, что играют не грубо, нарушения правил все-таки проскакивают. И несмотря на то, что турнир любительский и футбол небольшой, а мини, матчи по энергетике и по накалу ничуть не отличаются от игр профессионалов. Евгений Нагаев, Александр Егоров, Новости ОТС.